Открытие Ганноверской промышленной ярмарки 7 апреля сопровождалось протестами против политики Путина. Около 350 человек выступили против запугивания и притеснения гражданского общества. Они потребовали освободить политических заключенных и соблюдать права человека. В это время вдали от места проведения демонстрации Ангела Меркель встречала Владимира Путина. Но между двумя сторонами отчетливо ощущались политические разногласия. Канцлер Германии пока не забыла о проверках немецких фондов в России. Еще в преддверии ярмарки Меркель объявила о своем намерении поднять этот вопрос на встрече с Путиным. Для успешного сотрудничества, по ее мнению, необходимо выполнение определенных условий. Мы уверены в том, что лучше всего это удастся при наличии в стране активного гражданского общества. Мы уже много говорили об этом в рамках петербургского диалога и будем дальше интенсивно обсуждать данный вопрос. Это нужно, чтобы у НПО и других организаций, которые мы в Германии считаем двигателем всего нового, был шанс на развитие и в России. И хотя политические отношения двух стран переживают не лучшие времена, экономическое сотрудничество на подъеме. Это видно потому, как Россия представлена на ярмарке. Объем торговли двух стран достиг в 2012 году рекордного уровня, составив 80 миллиардов евро. Для немецкой промышленности, ориентированной на экспорт, Москва становится все более важным партнером. Работая вместе, мы обязательно добьемся новых успехов. Благодарю вас. Сам Путин считает, что его страна идет по правильному пути. После официального открытия последовал ужин за закрытыми дверями, переговоры с глазу на глаз. Главам двух стран было о чем поговорить.